Вам привет, люблю, целую и до встречи в прямом эфире. Слышу грузинскую музыку, говорит. Ага. Конечно, грузин. Мы же вы в сторис моей там, зайдите, посмотрите. Я же обожаю грузинскую кухню, грузинских мужчин, грузинскую музыку. А их постоянно приходим сюда. Наташа очень любит это место, но я тоже. Но в целом, если говорить о Грузии, я обожаю грузинский народ, грузинских людей, грузинскую, вообще культуру грузинскую в полном смысле. Особенно песни, творчество и кухню. Угу. И вообще красивые грузинские мужчины и женщины. Но этот салат, кстати, своеобразный. Я такой не очень люблю. Как будто бы один болгарский перец. Угу. Больше как будто ничего нет. Но это очень не калорийно. Я на 8.16, да. Но у меня все хорошо. Я же еще помимо этого сижу в любом случае на дюфастоне. У меня же продолжается лечение как бы по-женски. Поэтому у меня вес уходит медленнее, но нормально. Чтобы вы понимали, я каждый день занимаюсь спортом. По 2 раза в день. Спасибо. 2 раза в день делаю гимнастику и еще на дорожке фигачу. Это процесс не быстрый. В моем случае 2 месяца точно буду ходить сбрасывать 15 грамм. Сегодня врач мне тоже об этом сказал. А это не окрошка. Это салат из болгарского перца и телятины. А еще я заказала корейку, бараньи ребра эти. Шашлык, но я ем все без хлеба, вот это все. Бараньи шашлык хорошо помогает. Ой, хорошо питает, белок дает надолго. И ты не хочешь кушать. Много болгарского, да? Очень много. Будто бы я ем один болгарский перец. Что звонить-то? Ничего мне звонить. Простите, ребят. Я и МРТ, и ПМРТ, и все, что хотите. Я, говорит, тоже жрать захотела, пошла есть. Да, я очень смачная. Ребят, смотрите, я могу выйти в эфир отдельно. Сегодня, можем завтра сделать, как вам будет удобно. Давайте договоримся и рассказать вам полностью все про спину, про свою. Еще показать вам, какие я делаю упражнения. Сделаем так. Сначала будет вступительная часть, потом упражнения, потом вопросы. Смотрите, как там красиво. Тут, правда, лепо меньше. Угу. Спасибо. Это вам? Это мне. Приятно. Спасибо. Мне уж шашлык принесли, я салат не доела. Сейчас. Я с Черно не общаюсь не потому, что она плохая. Она замечательная. Просто мы с ней не сошлись во взглядах. И как бы не считаю нужным общаться с ней.
Да как не было-то у меня в эфире? Я уже... У меня в ленте сохранены два эфира. Это... Мы в ресторане грузинском. Как это меня не было? Я выхожу, это вы не выходите в эфиры. Охваты упали. Вы, пожалуйста, мне реакции ставьте, потому что, пипец, вернусь, блонд, вернусь. Некоторым моим подписчикам не нравится. В этом цвете. Мне тоже, на самом деле, не нравится уже. Но сейчас, понимаете, выход – это определенная процедура. Мне сейчас, чтобы выйти из этого цвета в блонд, в красивый, чтобы все сложилось, надо где-то 50 тысяч. Вот так. Хватит, говорит, так смачно есть. Кто это говорит? Это, кстати, Маришка 821982. Это наша подписчица давняя. Хватит, говорит, так смачно есть. Вы что думаете? У меня сейчас, чтобы вы понимали, у меня с правой стороны спина болела. Сейчас у меня болит спина с левой стороны, потому что я начала заниматься, и мне сказали, что вы можете начать заниматься, и у вас может начать с другой стороны болеть. Зашибись. Сейчас внимательно смотрим, сейчас будет, как это говорят в цирке. Наташ, как это в цирке говорят? Как это говорят в цирке? Номер, какой номер? Смертельный номер, смотрите сейчас. Ба-бам! На самом деле, естественно, не, путем милирования не получится, ребят. Здесь к лавашке есть, может, чуть-чуть поем, кстати. Мы занимаемся своим бизнесом сейчас, ребят, который будем скоро открывать. Спасибо большое. Даже не знаю, как за это взяться мне. Вот так вот ставлю вам, покажу, чтобы... Жир, естественно, есть не буду. Я вообще люблю ребра есть руками. Горячие. Нам надо с тобой мукбанги записывать. Это очень вкусно. Вы не представляете, какое вкусное это ребро. Ребро. Грузины, конечно, это нечто. Как же вкусно они готовят. Баранина? У меня боль в спине не из-за грыжи. У меня грыжи очень маленькие. Конечно, на море собираемся. Мне даже не надо операцию делать. Что вы творите, Татьяна, вся в слюнях утонула, подпишите. Бегом все кушать. У меня с грыжами проблем нет вообще. Это не они у меня болит, у меня болит фасеточный сустав. Вот так. Конечно, руками это, ну типа, это у нас в Дагестане, это называется пистолет и шашлык, да. А как не есть руками, если это ребрышки? Ну, смысл? Да, это барашек. Вы знаете, кстати, что барашек для первой группы крови нам с вами барашка можно есть. Жир я убираю, потому что я не очень его люблю. Вообще это очень вкусно. Нам надо с Наташей вам мукбанги снимать. Смотрите, как я только стала есть. Было 25 человек, сейчас 40 человек. А раньше в эфир по 300-500 человек было. Сейчас, конечно, ужас чувствую стоит. Натулика показывала я.
не у всех есть VPN, не каждый хочет заморачиваться. Угу. Вот это вот все. Многие ленятся, многие вообще поудаляли. Не хотят выходить. Типа как признали. Ну, решили. Наташа, показать вам. Спасибо большое, ребят. Если вас раздражает, что я ем и с вами общаюсь, то я уйду из эфира. Привет всем. Потому что некоторым не нравится, некоторых раздражает, когда сидят в эфире и едят. Да-да, сейчас охваты ужасные. Сейчас вообще все очень плохо. Гляньте. Вот ваша любимая. Гляньте, вот что ест и худеет. Это она тушеная, оказывается. Я думала, жареная. Тушеная. А самое смешное, что Наташа бы скинула 10 килограмм, потому что она ест один раз в день и не ест больше ничего вредного. Не, она может, вот так может один раз в день поесть. А потом больше ничего не ест вообще. И она не ест еще запрещенку, типа из серии там, не знаю, ну что, семки, мороженое, там, вот эту всю историю. YouTube тоже глючит, в YouTube тоже просмотры маленькие. YouTube вообще могут прикрыть у нас. Сейчас ничего не... Сейчас все очень зыбко, ребят, вообще, в целом. Кто-то, может, из твоих знает, где Росграмм? Угу. Можете мне сказать, где Росграмм? А люди мне пишут, а нам нравится. Что-то сегодня много жира. Раз на раз не приходится. Мухлевать начали. Я когда... Слушай, некоторых людей вообще только из-за мукбанга смотрят. Я честно вам скажу, я когда... Да, и когда это... Когда сильно жирно, я не могу, мне плохо. А Наташа вообще, чтобы вы понимали, это не ест. Никогда в жизни. А такой жир не будет есть. Ну, я тоже, кстати. Я сейчас тут мясо выгрызу. Что-то голодная. Вкусно. Но вот этот весь жир я убираю. Я это не могу есть. И вот так по большому счету, ребят, если... Весь жир убрать, то тут и мяса-то немного на этих ребрышках. Кости. Конечно. Здесь вся история в кости. Короче, у меня вчера ничего не болело. Вообще. Сейчас болит крестец. Почему? На меня вчера Наташа надавила. Боже, как вкусно ест. Пошла, в общем, мясо мариновать. А мы, короче, начали растяжку с Наташей. Вперед-назад. У меня очень хорошая растяжка, несмотря на то, что я поправилась. Я же занималась танцами всю жизнь. Йогой занималась, в зале занималась, короче. Наташа на меня надавила, и у меня после того, как она меня надавила, растянула меня, у меня начало болеть с другой стороны. Ну, это как бы такие процессы, на самом деле, которые сейчас происходят. Они более-менее естественные. Более-менее. Вот это мясо неплохое. Без жира. Одна штучка более-менее без жира. Остальное с жиром. Естественно, не ем я это.
Вы мне пишите вопросики, я поотвечаю. Я знаю, жир очень полезен. Я вот сейчас поем. И в следующий раз буду есть завтра. В то же время. Ну, с утра чуть-чуть кашу съем. Я кашу с утра ем. 2 ложки. Я уже окрошку точу, кто-то пишет. Так, ребята, приятного вам. Давайте, присоединяйтесь. Давайте с вами будем раз в день вкусно кушать вместе в эфире. Пока сейчас мы с Наташей бизнес только начинаем свой делать, открывать, заниматься этими всеми. Ой, спасибо. А вот еще документ. Понравился? Да. Понравился? Понравился. Кто, салат или шашлык? Шашлык вкусный, салатом много перца. Да? Невозможно. То есть один перец там. Как-то раньше побольше, поменьше вы делали его. Вот. Потому что у нас с Наташей будет 2 направления. Оба направления пойдут с сентября месяца. Но заниматься мы ими уже начали сейчас. Мы уже сейчас все узнаем по поводу ИП, по поводу счетов там и прочей истории. Вот, еще ищем помещение в аренду. У кого есть знакомые крутые помещения и прочее, скиньте мне, пожалуйста, адреса, чтобы было от моего района до Таганки. Дальше не надо. Хотя, если у вас есть, в принципе, хорошее помещение, кидайте, буду рассматривать варианты. Вот. Проектами буду заниматься исключительно своими в своем бизнесе. Вот так. Кому нужны проекты, кому нужно раскрутить свой личный бренд, вы будете знать название компании. У нас будет официальная страница и в Инстаграме, и везде. Обращайтесь, сделаем вам все в лучшем виде. А вечером дружно воздерживаться. Ну, так я и про то и говорю. Просто можно реально вместе есть, вместе веселее. Вместе весело шагать по просторам. Просторам. У меня, кстати, сейчас почему я с вами так пересела, я начала искать место, у меня теперь с левой стороны болит. Но болит, потому что я надеюсь, что потому что я делаю гимнастику. Но реально болит, ноет. Потом в левой стороне, теперь в точке в правой, правая точка была, болела. А теперь левая точка. С левой стороны левая точка болит. Ну ничего. Как вам Альтера? Мне хорошо. Просто смотрите, у Альтеры есть некоторые моменты. У Альтеры, во-первых, срок. Вам говорят, что год – это неправда. Бейте лучше. А знаете, почему лучше? Потому что реально сидит сейчас на жесткой диете. Мы вообще ничего не даем. То есть у меня и у нее диета. Ну, она ест свою еду, все. Больше она ничего не ест. Я тоже, знаете, сейчас хотела прийти в ресторан «Б» и заточить хинкали. Или еще что-то. Но лишний вес – это реально проблема. А я это поняла. Плюс еще не забывайте, что спина может болеть еще из-за осложнений из-за ковида. Мне это, кстати, врачи сказали все. А я 2 раза болела. Мясо, конечно, это диета, это белок. Нужно есть много мяса и много клетчатки. И тогда вы будете худеть, вы будете стройнеть. Не углеводы жрать, булки, и не глютен, и сладкое, а есть мясо, и клетчатку, и углеводы. А вы не знали этого, что мясо – это диета? Удивительное дело. А я с солью ванну принимаю. А как же?
Завтра на маникюр иду. Посмотрите, какие у меня уже ногти как отросли. Ужас. Так, что хотела сказать? А, вот вместе нужно... Привет, Жень, привет. Вместе надо кушать что-то вкусненькое. Прям давайте, может быть, сделаем такую у нас с вами рубрику на странице. Едим вместе каждый день в прямом эфире. А вечером воздерживаться однозначно. Нет, я не знала, что мясо – это диета. Я думала, наоборот. Для того, чтобы худеть, нужно употреблять белок и клетчатку. Белок – это мясо, клетчатка – это овощи. А для того, чтобы это нужно есть, не нужно есть глютен и углеводы, особенно после 4. И тогда вы будете худеть. Мне кажется, сейчас это все знают. Просто в Google вбиваешь. А на чем вы собираетесь худеть? Если вы даже будете кашу гречневую есть вечером, это тоже углевод. Это тоже не очень хорошо. Вот. И вообще, вот, судя по Наташе, человек похудел на 10 килограмм за короткий срок. А позволяет есть себе все. Но она ест раз в день. И запрещенку перестала есть. Нет, имеется в виду, что у нее нету в рационе мороженого. Семечек, каких-то лютых пирожных, десертов, конфет, еще чего-то. Она может одну шоколадку съесть. Я не знаю, почему Черно разводится, ребят. И разводится ли. Вы же видите, что сейчас все блогеры устраивают себе вот эти вот охваты поднимают. Придумывают различные прогревы, это называется. Я вам могу все рассказывать в эфире. Здравствуйте, как думаете, сколько углеводов можно в день? В йогурте, например, мало калорий, но 12 углеводов. Во-первых, в йогурте есть сахар. В любом йогурте. И вот эти йогурты, которые продаются в магазинах, их бесполезно есть. Вы вообще не получаете от них ничего. Вы просто идете в туалет и удачно какаете от них. Тоже неплохо. А получить от них, например, кальций, или получить от них, например, какие-то витамины, вы ничего не получите. Вот, вы еще на йогурте поправитесь, потому что в любой йогурт входит сахар. Если только это йогурт не из вкус вилла, если он не кислый. Я условно сейчас говорю. Поэтому йогурт – это бесполезная еда. Это баловство, которое вы можете себе позволить купить и просто побаловать. Так, меня тут посылают. Сейчас мы будем блокировать таких людей. Не знаю, просто пишет, иди нахуй. Ни за что. Неадекватных сейчас очень много, просто неадекватных. Сейчас третий, четвертый человек не в себе. Вы видели историю в Ташкенте, как ни с того ни с сего человек долбанул свою невесту? Так что у нее вообще, мне кажется, сотряс. Мне кажется, у нее реально сотряс. У этой девочки. За что он это сделал, непонятно. Да, я просто думала, что у меня такая чистая страница, когда я ее почистила и закрыла. Я думала, у меня здесь вообще неадекватов нет. Оказывается, хватает, еще как хватает. Вот, поэтому, что касается Саши и других людей, я не знаю. Я вам не могу на это... Мне пишут, я вижу тут через один про Черно. Я не могу вам дать ответ на этот вопрос, потому что я не общаюсь, и я не в курсе. Все для привлечения кошмар. Вы о чем? Да нет, на самом деле я их тоже понять могу. У них у них же другого заработка нету в жизни. Они вообще не понимают, на чем им зарабатывать. Вот они зарабатывают на том, что разводятся, сходятся, ругаются, мирятся. Делают вид, что у них проблемы. Есть еще множество людей, которые это придумывают. Почему люди вообще имеют право оскорблять других?
Но потому что у них не хватает мозгов, поэтому они оскорбляют других людей. Потому что им они... Вообще я не знаю, что должно со мной произойти, чтобы я кого-то оскорбила. Например, я пишу столько комментариев людям разных, я ни разу никого не оскорбила. Но не забывать, что люди, а не животные, творят дичь сейчас для хайпа. Да. Но это их дело, это их жизнь, пусть творят. С другой стороны, они бы, наверное, это не творили, если бы вы это не поддерживали. Вы же поддерживаете это, вы же смотрите на это, лайкаете это все. Вот они это и делают. Хороший вопрос про оскорбление. Да, это ужасно. Собираюсь быть блондинкой, да. В августе буду красить. Сейчас пока буду так похожу, чтобы отросло чуть-чуть. Что хотела сказать-то? Вопрос про оскорбление. Это, да, это вообще ужасный вопрос. Я вообще не понимаю, почему люди оскорбляют друг друга и вообще позволяют себе такие вещи. Вот я говорю, я про себя могу сказать. Я вообще, мне даже неприятно, если я кому-то напишу что-то оскорбительное. Единственное, что я помню, я на самом деле вообще в принципе не пишу какие-то вещи. Я пишу, наоборот, приятности. Таня, где покупала эту футболку? Слушайте, ребят, у нас здесь есть магазин в торговом центре. Это турецкие майки. У меня такая еще зелененькая есть. Очень хорошего качества. И очень крутые они, реально. Что-то типа там по 6 или по 7 тысяч. Недорого. Я вообще не про черно, а в общем. Я не смотрю, не знаю, мне неприятно. Чужая семья потемки. А, ну да, да, я согласна. Вот, я помню, я Волочковой написала, когда она встала. Сейчас киту у вас поймала. Спасибо большое. Короче говоря, я написала ей, что она уже спилась. И потом взяла и удалила этот комментарий. Потому что я подумала, какая мне разница. Ну, в смысле, почему я должна... А, сейчас Киру... Да-да-да, сейчас Киру вас поймала. Да-да-да-да. Марина Тристана. Вот. Хоть я и делаю рубрику на своей странице про звезд, я высказываю свое мнение как... светский журналист, как продюсер, как человек, который 15 лет отработал на телевидении. И я как бы имею на это право, но чтобы оскорблять, ну, прям конкретно вот так вот, типа, ну, не знаю. Лично человека не знала, просто посылать, вообще офигели люди, куда мир катится. Да. Делали ли вы биоревитализацию? Как вам эта процедура? Слушайте, процедура хорошая. Единственное, что у вас после этой процедуры все лицо в мелкую точку. Поэтому вместо биоревитализации советую делать всем профайлы. Они точно так же увлажняют лицо, как и биоревитализация. Только делается вот так, по-моему, 3 или 4 или 5 проколов. И эффект один в один точно такой же. Вот поверьте мне. А не для этого не обязательно ходить полностью вся покрытая этими точками. Вот, потом что еще хотела сказать. Если вы насчет процедур, я очень люблю все эти вещи. Я и Альтеру делала, и смаз-лифтинг, мне кажется, процедура хорошая. А вот. Вот. Ну, я считаю, что для 40 лет у меня хорошее лицо. И морщин у меня мало. Я еще вот здесь хочу подколоть этот диспорт. И вообще будет шикарно. Вот. Но я еще хочу альтер этот сделать. Не альтера, а этот, господи. Альтера есть, а есть еще вторая процедура. Я забыла, как она называется. Вот, я ее еще хочу сделать на смаз-лифтинг. Вот. И мне бы, конечно, хотелось чуть-чуть себе носогубки заколоть, но это не сейчас. А вообще я хочу сделать нить. Так, мне очень нравится, когда люди свои, естественно, всю портят этими уколами. Другие черты становятся. Это не уколами портят, это портят пластическими операциями. Уколами это невозможно испортить.
Нити делали? Нет, я ни разу не делала нити. Я обязательно сделаю нити себе. Вот чуть-чуть попозже. Во-первых, нити нельзя делать в лето, потому что очень жарко. Там реабилитация определенная. А во-вторых, только надо начинать с весны. Я никогда не делала нити. И я хочу, я сделаю прям себе нити. Вот. Мне носогубки надо. Но мне сказали, что мне носогубки не надо. Мне сказали, что когда я себе сделаю нити, у меня вот эта часть подтянется. И носогубки надо будет. Но не знаю, может быть, и сделаю. Ой, про нити столько нелестного слышала. Смотрите, нити нитям рознь. Я не буду делать нити, которые... Хотя, вы знаете, все зависит от доктора. Есть нити, которые роскошно делаются. У меня есть доктор, я на нее подписана. Я уже связывалась с ее маркетологом. Она делала нашим девчонкам там из Дома 2. Вот. И мы даже как-то по бартеру договаривались, но я что-то не пошла, мне стало что-то неудобно, по бартеру, то все. Вот. И хочу связаться вот там к сентябрю и сделать нить себе. Так. Будьте осторожны, почитайте. Да я видела результат. Я видела, как бы, знаю человека, который делает. Не от мастера. Да, да, от врача и от мастера. Вот. Дай посмотрю. И у меня есть очень хороший доктор, и не один, кстати. Причем я не просто так, я смотрю, когда она сделает кому-то, я смотрю на результаты, потом только делаю выводы. Вот Алене Рапунцель, маме делала, это врач. Татьяне Владимировне сделала обалденно. Вот. И делала еще, и еще у меня есть одна врач, которая делает, работает на себя в клинике в одной, она делает дешевле, чем та. Но она делает тоже офигенно. Моя подруга у нее все. Делает абсолютно все нити. Делает обалденно просто. Так, ребятки, я с вами буду прощаться. Давайте до завтра. Завтра выйду с вами, может быть, в эфир, когда буду есть. Но, может быть, дома буду. А, нет, я не дома буду. Я буду, наверное... А, я буду не дома. Вот завтра как раз я не знаю как. Но в любом случае... Спасибо про мамульку. 4000. Контактки скидывать. Напишите мне в личку. Я вам скину контакт. Какой контакт? Там, где делала Татьяна Владимировна, или там, где делает моя подруга? Напишите мне в личку. Я вам, ну, как бы скину и тот, и другой. Все, целую, до завтра.